Всем привет, меня задержали в аэропорту Пулково. Со мной еще два активиста, ЛПР причем. Уже едем в отделение полиции. Я, в общем-то, быстренько залетел, на самом деле, в Пулково. Уже подошел к стойке регистрации. Уже у меня забрали паспорт, уже начали оформлять. И сзади такие два вежливых полицейских подошли такие, стукнули меня, говорят: молодой человек, а можно проверить ваши документы? Ну и, собственно, я начал их спрашивать, в чем проблема. Они мне говорят: ну вот есть КУСП, по нему вы якобы можете быть участником или организатором массовых беспорядков в Москве. Я говорю: интересно, а почему вы-то это отрабатываете? Пускай москвичи это отрабатывают. Они такие: ну нам типа прислали КУСП, мы должны это отработать. Вот, и, собственно, да, я им говорю, что давайте на месте хотя бы как-то это оформим, или я могу дать, там, написать какое-то, ну, заявление, что я гарантирую, что не буду ничего творить там в Москве. Вот, ну, понятно, у них задача простая, просто привезти, соответственно, я опоздаю на самолет, он типа без меня, вот, и, соответственно, я не полечу в Москву, ну, по крайней мере, в ближайшие 4 часа. Так что вот такая фигня, вот так всех просто ловят и не допускают, чтобы мы летели встречать Навального в Москву.